Всем привет, это Гореев Эльмир, смотрите, заплатил всего 300 баксов, 30 баксов и жрешь все, что хочешь. Сейчас я наберу себе роллов, офигеть, охренеть. Короче, смотрите, некоторые удивляются, почему я так снимаю. Да не удивляйтесь, друзья, просто я из России. Сколько хочешь роллов набираешь. И... ох ты. Смотрите, здесь разные роллы есть. Смотрите. Во. Какая-то непонятная ролл. Еще вот такой ролл. Лучше себе обед устроить из роллов, чем из ничего. Здесь много чего можно набрать, но я роллов наберу. Потому что... я их очень сильно люблю. И что еще можно взять? Вот еще роллы возьмем. Еще роллы возьмем. Все. Что у меня получилось? Охренеть. Вот это четко, да, друзья мои? Что это такое вообще? Что за херня? Что за ужас? О, фу, бля. Дерьмо. Это что за херня? Это соус. Он мне тоже не интересен. Смотрите, друзья. Ох ты, что это такое интересное? Вот это мне интересно. Это ММДМС? Да нет, это не ММДМС. Это стопудово что-то вкусное нужно взять. Так, это что такое? Да, вкусное что-то. Ну ладно, давайте возьмем. Обожаю роллскую херню. Опс. Меня за это могут отругать. Сопс. Я надеюсь, не будут ругать. Пошли они все в задницу. Я еще сюда вернусь. Смотрите, что я понабрал. Там еще до хера всяких вкусностей. Но я пойду... потом еще поснимаю.